С 28 по 30 июня в фан-зоне Донецкого стадиона «Шахтер» пройдет кампания спасения, освобождения и чудес с участием всемирно известного проповедника Карлоса Анаконди. В рамках кампании с 27 по 30 июня пройдут обучающие семинары для пасторов и лидеров, спикеры, служители из Аргентины. Регистрация участников по телефону в Донецке 330 40 95.